Ну, так скажем, игра сама по себе такая немножко сложная удалась. Если мы по первому тайму смотрим, что где-то поначалу что-то не получалось, затем все взяли в свои руки, как бы, и создали хорошее давление, и моменты появились, и игра как бы складывалась в хорошую сторону. Штанга там, еще момент, полумомент, но давление создавалось, забили гол. Можно так сказать, усилия всей команды, но гол уже реализовался. Достаточно голы не пробили, все, и хороший удар, и на хорошем таком духе закончили первый тайм. Но что-то не сработало в том плане, что как бы единоборство где-то начали уступать, подбирать, так скажем, вторые мячи. А это всегда опасно, когда команда не владеет вторым мячом. Есть первый мяч, где есть борьба между соперниками, но подбора как такого не осуществляли. Ну и много не выдвинули таких, скажем, потерь.